Мать уебан! Марко! Чел! Ты уебан, блядь! Песочный человек? МЖ не шутила! Надо а что мне делать-то, блядь? Не пострадали люди, или он сам? Ну а перед тем, как мы продолжим, хочу рассказать о торговой площадке Case for Gamers, на которой можно приобрести все игровые новинки без каких-либо ограничений для жителей РФ и Беларуси. Здесь можно найти чуть ли не все. Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo, Battle.net. Есть все релизы, в том числе и предзаказы, гифты, игровая валюта, софт. Здесь множество продавцов, благодаря чему есть конкуренция, а значит можно найти наиболее выгодное предложение. Нет никаких сложностей с оплатой, ведь имеется поддержка Kiwi и карт Мир. А благодаря моему промокоду можно получить скидку в 10% на любой товар. Ссылки в описании. Может, он голоден? Да, блядь! Пожевать! Открой ротик! На, блядь! На, блядь! Ой, блядь, ебасос попал! Каков план? Отвлеки его! У меня есть идея! На! Ты вот чёрт! Прыщ, блядь! Тебе бы выпустить пар, Марко! Йогу не пробовал? Ой, ой! Держи! Тяжело это! Видимо, ему ближе Пилатес! Это идея! Человек-паук! Это типа момент из трейлеров самой первой... Человек? МЖ не шутила. Надо помочь ему, пока не пострадали люди. Или он сам. В смысле помочь ему? Он хочет всех убить. Что делать-то? L1 плюс R1. Может, он голоден? А, он кидает в него все, окей. Спокуха. Каков план? Отвлеки его. У меня есть идея. Черт. Таракашка, бля. Так, у меня там есть хпшка, я ее чуть-чуть пониже спущу. Сейчас не будем прерывать, так сказать, экшон. Тебе бы выпустить пар, Марко! Йогу не пробовал? А чё ж ты не зацепился? Ты же Человек-паук. Марко! А вот и гига начало. МЖ не шутила. Надо помочь ему, пока не пострадали люди. Или он сам. L1R1. L1R1. Кинем ему что-нибудь пожевать. Каков план? Отвлеки его. У меня есть идея. Труголик. L1R1 в нос. Давай. Вот черт. Шикарно, конечно. Тебе бы выпустить пар, Марко! Йогу не пробовал? Видимо, ему ближе Пилатес. Это идея! Я не говорил, что хорошая! Бегом, 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 бегом! Это обычный день! Урок физики! Неловкая болтовня в учительской! О! Все будет хорошо! А вот и он, родненький! Флинт! Человек-чаук! Вот это... И что делать? Песочный человек? МЖ не шутила! Надо помочь ему, пока не пострадали люди! Или он сам! Лови! Лови подарочек, дружище! Прям хлебало! Может, еще один могу дать тебе! На! Кинем ему что-нибудь пожевать! Конечно, без проблем, лови. Отвлеки его! У меня есть идея! Подожди, меня тут бьют! Взлетаем! А что так орать-то? Не, ну выглядит круто на самом деле. Тебе бы выпустить пар, Марко! Йогу не пробовал? Кринжовые шуточки подъехали. Выкинул, короче, как кусок. Видимо, говна ненужного. Осторожно! Ты живой? Да! Похоже, мы его нашли! Марк!
люди. Человек-паук. Вот это песочный человек? МДЖ не шутила. Надо помочь ему, пока не пострадали люди. Или он сам. Может, он голоден? Кинем ему что-нибудь пожевать. Открой ротик. Каков план? Отвлеки его. У меня есть идея. Вот черт. Тебе бы выпустить пар, Марко. Йогу не пробовал? Видимо, ему ближе пилатес. Это идея? Я не говорил, что хорошая. Это должен был быть обычный день. Урок физики. Неловкая болтовня в учитель. Осторожно! И что надо сделать? Я нажал. Ладно, ты я живой? Не нажал. Да. Короче... Похоже, мы его нашли. И из-за этого им приходится просто уменьшать графику, да? Чтобы было... Вау! Чтобы... Вот песочный человек? МДЖ не шутил. А как его можно ударить? Надо помочь ему, пока не пострадали люди. Или он меня ударит. Короче, и они снижают просто-напросто качество графики ради производительности. Так, можно ему за лицо заступиться? Он замахивается, бро! Я в курсе. Что делать? Может, он голоден? Нормально. И еще. И еще. Ай, я нажала. Я отвечаю, я нажала. Каков ну план? Ладно. Отвлеки его. У меня есть идея. А это, наверное, так и должно было быть. Я заберусь внутрь него. Тебе бы выпустить пар, Марко. Йогу не пробовал? Марк что-то реально разбушевался. Это идея! Я не говорил, что хорошая! Ого! Ничего себе! Вот это выглядит круто! Стоп, это от него так или это... Я не совсем понимаю. Осторожно! Самое интересное, что я вообще не знал про песочного человека. Да! Человека. Похоже, чего? Это что за Годзилла? Вот это... Офигеть! Сочный человек? МДЖ не шутила! Ну? Надо помочь ему, пока не пострадали люди! А. Или он сам! Каков план? Отвлеки его! На, покушай! У меня есть идея! Офигеть! Вот черт! Ну да, мощно. Йогу не пробовал? Видимо, ему ближе пилатес. Это идея! Я не говорил, что хорошая! Это должен был быть обычный день! Урок физики! Неловкая болтовня в учительской! В небо нет, в небо, по идее, не цепляет. Он цепляет в здание все-таки. Да-да-да, с Новой Зеландии, все верно. В других она, по-моему, в ночью выйдет. Ты живой? Да, похоже, мы его нашли. О-о-о. Класс, сразу босс-файт, обожаю вот такое. Это... Песочный человек? МДЖ не шутила. Надо помочь ему, пока не пострадали люди. Или он сам. Вау. А что мне делать-то с тобой? Может, он голоден? Кинем ему что-нибудь пожевать. Ой. Каков план? Отвлеки его. У меня есть идея. Вот черт.
Блин, выглядит охренительно. Я не знаю, как вам, но мне это выглядит просто охренительно. Чуть-чуть еще громкость убавлю. Йогу не пробовал? Здрасте. Видимо, ему ближе Пилатес.